Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Всем привет, друзья мои, и с вами я, Светлана Ата. Вышла я на балкон и смотрю, Мерсин мертвый. Почему мертвый? Потому что сегодня карантин строгий и запрещено выходить на улицу. А мы с Сашкой, хотя смотрю, вон один мужчина пошел. И вот еще гуляют они. Хотя у нас даже хлеба нету. Ляшка его, не знаю, что сегодня, что-нибудь надо придумать. Вот. Наверное, занимаются сервисом, доставкой эти ребята. Посмотрите. Аж слышно птички, как щебечут. Машины все стоят. Лишь некоторые гуляют. Наверное, с собачками там девочка. Вы видите, все как тихо. Да, вот собачка я увидела. Какая тишина. Опять началось страшное явление. Всем запрещено выходить. Только работает сервис, доставка. Вот настали какие времена, друзья. Парк наш пустой. Вот так мы живем, думаешь, вроде бы суббота, да, такая погода, хочется выйти. Погода замечательная. Я чем занимаюсь? Стиркой, снимаю то, вешаю другое. Сейчас пойду завтрак себе сделаю. И буду заниматься чем-нибудь. Дома всегда найдется дело, не так ли? Что я сегодня решила приготовить на завтрак мужу, потому что выходить нельзя. Половина хлеба есть ему на ужин. И решила приготовить пиццу. К сожалению, это последнее тесто. Нужно купить муку и еще так сделать запасы. Очень-очень это выгодно. Ну, что я сделала? Я раскатала тонкий слой теста. Обязательно используйте эту бумагу для запекания, потому что не подгорит дно. Смазала кетчупом. И вот, смотрите, нарезала сосиски, сыр, что есть у меня, масло. Сейчас буду все это сюда мешать. Ну, первым слоем нужно обязательно сыр положить, потом сосиски, а потом сверху вот этим плавленый. А на сосиски болгарские. Я покажу вам в конце. И кусочки масла, как я делала тогда. Вот такая пицца у меня получилась. А сейчас я ее отправлю в духовку. Печься. Тут очень мало теста и много начинки. Я не узнала сегодня своего мужа. Ашким, Гюнайден. Не реки дюрсу. Да? Парфюм? Как поброится, сразу другой. Посмотри на меня. Бак. Она бак. А. Пошла я ему, короче, пиццу делать. Пицца уже готова. Снимаю вам наши будни. Глажку, гладильную доску переставила сюда. Сейчас занимаюсь глажкой. Потому что здесь нужно освободить все. Все в процессе уборки. Так, сейчас посмотрим нашу пиццу. Пицца, пицца, пицца. Пицца, пицца, пицца. Вот такая пицца. Красота такая. Ой, Ашкам будет дегустировать, а я буду облизываться. Пицца уместилась на одной тарелке. Красота, не так ли? 13-й день диеты, и вот смотрите, на мне все висит. Могу продемонстрировать. Бока ушли, штаны висят. В общем, вот так вот я
Перегладила сейчас кучу белья, смотрите. Все раскладывать надо. Вот так трудимся. Мама, вы видите, где я? У нас сейчас было землетрясение. Небольшое, вообще, вот чуть-чуть пошатнуло. Но я почувствовала, вы понимаете? Это было что-то. Ну как что-то? Я подумала, что у меня давление. И я лежу, вот так надо лежать возле дивана. Если вдруг плитка упадет, она упадет на вас. Ашкем смеется, но это так и есть. Это так и есть, друзья мои. Ашкем, мы все на самом деле банаем, здесь запрямем. В общем, вот такие дела, мои хорошие. Мои дорогие друзья, это было не паника, это было серьезно. У нас было землетрясение. Паника была внутри. Мы почувствовали небольшое землетрясение, но это было страшно. Вы видели мои действия. Я побежала, я подумала, что это шутка. Ну, естественно, я не паниковала, немножко так, да, потому что, боюсь, мой муж мне сказал, что у нас, да, если будет сильное землетрясение, наш дом сразу рухнет. И я вот легла вдоль дивана и лежала там, пока все не успокоилось, и тут начались звонки, мы вышли в прямой эфир в Инстаграме с моим бизнес-партнером, моим лидером Евгением, она из Алании. Она была в такой панике и в шоке. Почему? Потому что в Алании она живет на 5-м этаже, там в основном в таком районе первой линии, где нет новостроек в этом районе. И дом старой постройки, говорит, так качало, пол выходил из-под ног. Такая паника у нее. У них в Алании было 6,2 баллов. Это очень много, не так мало. Вот такое землетрясение было в Измире, по-моему. Если мне не... По-моему, было такое землетрясение в Измире. Не знаю, что происходит потом. Но я ее успокоила, как-то поддержала. И они ждут все ответную волну. И все рванули на улицу, соседи. Если вам интересно, можете посмотреть в Инстаграме мой прямой эфир вместе с ней. И сохранилось там у меня... В моем профиле, в историях, там везде есть. Естественно, это очень неприятный момент. И сейчас я уже буду собирать сумку на всякий пожарный. Я никогда не думала, но по сведениям Евгении, она сказала, что землетрясение произошло в море. Какое-то сегодня такое вот, знаете, чувство было, вот все пустынно, даже вот не хотела вам снимать на той стороне, не успела. Как будто что-то вымер город, все сидят в домах своих, как будто специально, если вдруг все рухнуло, все погибли. Ну, не дай бог, конечно, такое не случится. Ну, а мы успокоились. Я активно работаю, сейчас загрузила вам видео, вы смотрите. Ну, вот такая вот ситуация произошла в моей жизни, я хотела с вами поделиться, мои хорошие. Никогда не паникуйте, сразу ложитесь вдоль диванов. Если плитка с потолка упадет, она, значит, рухнет на диван, и вы спасетесь. И не бегите в подъезд, потому что... Подъезды, лестницы рухают, и вас потом, если вдруг завалит дом, не вытащат оттуда. Лучше находиться недалеко от... Недалеко где? От окна. Так что всем желаю всего хорошего. Пусть Боженька нас бережет. И коронавирус, и черт знает что. Еще такой жесткий карантин, и все повыбегали там на улице. Я не знаю, я сейчас должна позвонить на Евгении, спросить ее ситуацию, как она и что... И если будут какие-то новости, я обязательно вам сообщу. И вы, наверное, уже увидите их или увидели, пока я загружу это видео в новостях. Чем соседи нас угостили? Это чай кофте из булгура сделано. Посмотрите, какое красивое. Обалдеть. Булгур, зелень, помидоры. Я тоже делала. Нет, я это не делала. Вот мой ужин. И хочу попробовать одно чайковте. Я так вчера о нем мечтала. А эти овощи я пожарила в духовке. Просто. Буду есть мой диетический. И одну возьму штучку. Ашка мой с ума сходит. Давай, зипла, зипла. Раз, два, зумба, яп. Зумба, 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 яп. Ашка, зипла, зипла. Раз, два, раз, два. Скидано.
Насосел волейболчик. Мен душуну буратак. Спортсмен! Устал, йорлдун. Йорлдун, артык. Очень устал. Сейчас показывают по новостям землетрясение, которое в Анталии произошло. Хорошо потрусила их. Такая ситуация, обалдеть можно. Ой, моя Женя из Алании сейчас прислала сообщение, что в час ночи обещают землетрясение 8,6 в море для Анталии. Но написано «может быть». Час остался. Говорят, и свет выключат, и все. Не знаю, что будет. Будем надеяться на Бога и просить, друзья мои. Страшно, ну а что делать?